Поскольку идет противоречивая информация, главная задача – не поддаваться эмоциям. Потому что эмоции в критической ситуации – плохой советник. Наша страна ведет боевые действия против сильного опасного врага, который любые нестроения использует против нас. И все, что касается эмоциональной оценки, приязни, неприязни, антипатии, поддержки, репостов – это все эмоции. Когда нас пробивают на эмоции, значит, нас хотят в чем-то убедить и отключить нашу логику. Поэтому трезвомыслие на первом месте. И второе, как я уже сказал, ведем войну против сильного опасного врага. Враг НАТО. Враг правительства Украины, который толкает свой народ на войну. Поэтому, когда Отечество в опасности, и оно ведет сложные, серьезные боевые действия, нужно стоять за Родину-Мать, за Верховного Главнокомандующего и поддерживать наши войска.